Друзья, сегодня встал вопрос о том, на какие системы делать вывод из Smart Money. И встал вопрос о том, что можно выводить на биткоин кошелек Perfecto. Это, в принципе, можно сделать. Это можно сделать. Я сейчас покажу, как это можно сделать, если уж у кого-то принципиально стоит вопрос, что я хочу вывести на Perfect Money на биткоин кошелек. Итак, смотрите, вот здесь вот у вас есть, если у вас вот этого биткоин кошелька нет, вот смотрите, здесь видите, у меня еще появился, кроме золота, доллара и евро, еще есть биткоин кошелек. Но если у вас его нет, его нужно просто добавить, вот здесь вот взять, счет добавить и выбрать биткоин. Возвращаясь назад, потому что он у меня есть, вот у вас вот такой вот появится новый значок. Для того, чтобы его пополнить, можно вот здесь вот нажать, вот, можно вот здесь нажать, вот. То есть нажимаем вот здесь, он у нас открывается, и нажимаем вот биткоин, пополнить счет биткоин. И нажимаем на вот эту вот ссылочку «Создать новый депозит». Когда мы нажимаем на ссылку «Создать новый депозит», мы должны выбрать счет. Но, естественно, это будет биткоин счет. Вот у меня он сейчас нулевой. И выбираем сумму, на которую мы будем пополнять. Ну, вот, допустим, 1000 биткоина мы собираемся завести. И нажимаем на «Предпросмотр». После этого мы должны нажать вот здесь вот «Подтвердить» и продолжить оформление заявки и посмотреть ее детали. И вот после этого, у нас открывается нормальный адрес биткоин кошелька. То есть такой адрес, к которому мы все привыкли. Вот видите, написано здесь, пожалуйста, подождите. Вот в этот момент адрес биткоина, он генерируется. Вот, пожалуйста, мы видим, что у нас генерировался этот адрес биткоин кошелька. Мы его должны вот здесь вот скопировать, как всегда, и опять пополнить обычным способом. То есть, либо с какой-то биржи, либо мы можем указать этот биткоин кошелек и указать его, привязать, вернее, в своем кабинете IT Smart Money. Но только зачем? Понимаете, вот я смысла-то не вижу. Зачем? Если у нас есть Garantex, есть Binance, где можно делать беспрепятственно, делать обмен, вот вывод с карты, покупка, продажа совершенно без комиссии. То есть я показала, как его можно сгенерировать, как его можно сделать. То есть если вот есть люди, которые, ну, приверженцы Perfect Money, они знают, что в Perfect Money есть биткоин кошелек, и вот они хотят перевести только на Perfect Money. Пожалуйста, вот такой путь. Вот вам ваш кошелек. Но опять, когда деньги придут, отображаться они у вас будут где? Вот здесь они у вас отобразятся, да? В кошельке. Ну вот, в принципе, и все. Только я не понимаю, зачем. Если вы будете отсюда выводить, то есть вам нужно будет вывести, к примеру. Ну, к примеру, вы хотите создать заявку на вывод из биткоин кошелька. То есть мы выбираем опять этот счет, наш биткоин кошелек, вводим сюда адрес биткоин кошелька. Это может быть адрес, опять же, какой-то другой биржи. Скорее всего, это будет адрес обменника на BestChange, да? И вводим сюда сумму. В принципе, я вижу, что вот этот вариант имеет место быть, но посмотрите, в чем тут дело. Когда мы заходим на BestChange, и смотрите, здесь видите суммы какие. То есть чем меньше сумма, тем менее выгодный обмен. Если даже у вас Perfect Money берет 0,5% комиссии за вывод, то обменник, маленькую сумму, вы поменяете, ну, будем говорить, по менее выгодному курсу. И вот в этом вот ракурсе я не вижу смысла. То есть более выгодные варианты, например, на Гарантексе. В своем следующем видео я покажу, как я делаю на Гарантексе, что я сейчас использую, потому что Гарантекс немножко поменял условия, и там, ну, одним словом, нужно просто подстроиться под этот Гарантекс. Но там условия, мне кажется, лучше, особенно при выводе каких-то, ну, небольших сумм, будем так говорить. Ну, а как альтернативный способ, я так вижу, что он вполне приемлем, и можно работать, да, с этим кошельком.